продолжаем прослушивание. Я с удовольствием напоминаю, кто судит наших дорогих талантливых участников. Итак, жюри 2-го Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, председатель жюри, почетный академик Болонской филармонической академии, лауреат международных конкурсов, арт-директор Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева Александр Армановский. Заслуженный артист России, лауреат премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства, директор Московской средней специальной музыкальной школы колледжа имени Гнесиных Михаил Хохлов. Победитель всесоюзного конкурса, профессор, член жюри международных конкурсов Борис Бехтерев. Народный артист России, лауреат международных конкурсов Владимир Овчинников. Лауреат международной премии имени Ипполитова Иванова, художественный руководитель фестиваля «Артистические семьи и династии», а также проекта «Звезды и молодые таланты Франции и России» Рена Шерешевская. Лауреат премии Академии Кидж в Сиене, профессор Университета музыки и исполнительского искусства в Вене Лилия Зильберштейн. Лауреат международных конкурсов, профессор фортепианного отделения Манхэттенской школы музыки Александр Мутускин. Лауреат международных конкурсов Игорь Читуев. Победитель 11-го международного конкурса пианистов Энны Клайберна, профессор Университета Парка США, арт-директор Международного центра музыки Университета Парка, профессор Аберлинской консерватории США, профессор Международной фортепианной академии на озере Кома, Италия, Станислав Юденич. Консультант международной компании Theater Projects Томас Яксич Бекдорф. Участник номер 9. Джамиль Садизаде, Азербайджан. Детская музыкальная школа номер 15 имени Гаджиева, Баку. Педагог Тамилла Мамадова. Прокофьев, Тарантелла ре минор, сочинение 65-е. Бетховен, Рондо Каприччо, ярость по поводу утерянного гроша, сочинение 129-е. Шопен, фантазия экспромт до диез минор, сочинение 66-е. Джахангир Зульфагаров, фантазия ре минор. Thank you.
Thank you.